Рабочие вбивают колышки, чтобы контуры нового здания детской школы искусств стали понятны. Пока их можно увидеть только на бумаге. Комиссия, куда вошли представители Видновского управления капитального строительства, ПТО ГХ, администрации поселения и руководства школы, пытаются представить будущий фронт работ. В настоящий момент времени организовано выездное мероприятие по выносу в натуру контура здания детской школы искусств в поселке Горки Ленинские. Определяем масштаб проблем выноса инженерных коммуникаций, попадающих в пятно застройку. Ну, соответственно, дальше по факту, так сказать, разбивки осей и контура здания будем принимать следующие инженерные решения по выносу сетей, по перемещению, нахождению более оптимального положения здания на данном земельном участке. Новое здание ДШИ будет модульного типа, что, во-первых, намного дешевле капитальной постройки, а во-вторых, позволит максимально сократить сроки возведения. В бюджете поселения на строительство здания ДШИ заложено 50 миллионов рублей. Дополнительные средства будут выделены на благоустройство прилегающей территории. Делаем кольцевой, сквозной проезд, который нам закольцовывает, в принципе, здание. Напомним, что изначально ДШИ базировалась в помещении средней школы Горок Ленинских. После ее закрытия творческий коллектив переехал в несколько кабинетов, предоставленных администрацией поселения. Но этих помещений явно не хватало. Работа над возведением нового здания началась по инициативе главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. Будущий вход в школу искусств будет примерно за моей спиной. И хотя общие очертания здания уже известны, каким будет внешний вид школы, пока загадка. Над ним, как и над внутренней планировкой, работа начнется намного позже. Естественно, что все это будет готовиться с учетом рекомендаций и пожеланий руководства школы и преподавателей. Уже сейчас известно, что здание будет одноэтажным, но довольно вместительным. По предварительным расчетам, его площадь составит около 1000 квадратных метров. Для сравнения, сейчас площадь, которую занимает школа искусств, всего чуть более 200 квадратов. При поиске места, где будет возведено здание, ориентировались прежде всего на удобство жителей поселения. Когда мы посмотрели 4 участка, то вот выбор пал именно на эту территорию. Она находится очень близко к домам, очень удобное расположение. И мы надеемся, что она будет очень удобная для всех посетителей детской школы искусств. В настоящий момент в Горкинской ДШИ обучается 137 учащихся. Планируется, что ввод новой школы позволит увеличить количество учеников до 200. Также в планах руководства школы открыть духовое отделение и расширить отделение народных инструментов. Мы хотим, наконец-то, сделать большую ИЗО-студию, потому что места в предыдущей школе, в предыдущем помещении нам не хватало. Сделать хороший хореографический зал. И, наконец-то, у нас будет свой концертный зал. Такого у нас не было вообще никогда. Мы всегда пользовались либо залом музея-заповедника Горки Ленинские, и теперь замечательным залом в Петровском. Кабинеты, которые освободятся при переезде ДШИ, планируется отдать в распоряжении Центра «Юность», который находится по соседству и администрации поселения. Предварительно намечено, что работы по возведению здания начнутся в начале лета. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.